Пятки новогодние, окажемся в момент мы. Мы к вам заехали на час. Привет, Грузин, хеллоу. Как красивы с первый раз. Вокруг нам повезло. Ну-ка все вместе. Поют и пляшут, и знаем наперед, нет круче елки нашей. Мы к вам заехали на час. Привет! Bonjour! Hello! В Хакасе мы в первый раз. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Уши развесте. Повсюду обеспечен, и новых не отчет, начнется на вечер. Мы к вам заехали на час. Привет, bonjour, hello. В Хакасе мы в первый раз. Вокруг нам повезло. Ну-ка все вместе. Устал я, ребята, целый год людям помогать, удачу приносить, оберегать. Нет, это, конечно, здорово. И почетно. И почетно. Но я так соскучился по вам, по нашим концертам. Совсем немного и снова с вами. От Деда Мороза, уважаемая собака, вам надлежит явиться в офис Деда Мороза для принятия текущих дел от символа 2017 года петуха, дабы приступить к выполнению своих обязанностей символа года 2018. С уважением, Дед Мороз! Символ года! Я поздравляю! Это почетно! Да. А как же концерты? Друг мой, поверь! 2018 пролетит для тебя незаметно! Да и к тому же, у нас еще есть время до наступления Нового года! И очень много концертов! Тогда, Бессоночка, прощаемся!
И поехали дальше! Да! Прикажете, ваша холодность? Прекрасно! Скоро придет мое время, и тогда годом буду править я! За мной, моя собака!
как мы здесь оказались? Наверное, это снежная буря. Для снежной бури это слишком сильно и слишком быстро! А разве снежную бурю приносят белые медведи? Подождите! А где собака? Собака! 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 А ты что такое? А мне кажется, она не похожа на станцию. Подожди. Ты кто? Я пятая Динго из свиты Снежной Королевы. И что тут у нас происходит? Без разрешения Снежной Королевы я вам ничего не скажу. Ну ладно. Тогда, может быть, чашечку горячего чая? Нет! Я вам все сейчас расскажу! Вы находитесь в замке Снежной Королевы! Видимо, когда похищали собаку, край снежной бури вас зацепил! А зачем Снежной Королеве собака? Чтобы с помощью символа года захватить весь мир и править с ледяным величием. Это почетно. Это ужасно. Собаку надо спасать. А вот идут главные стражники. Сейчас они с вами расправятся. И что же нам теперь делать? Друзья, я придумал. Надо усыпить их бдительность. Слушайте меня и подыгрывайте. Дамы и господа, ну или кто вы там, позвольте представиться, специально приглашенная Ее Величеством команда музыкантов лекарей-гомеопатов. Чего? Для поддержания боевого духа свиты перед отправкой в мир людей. Пожалуйста, шали! То есть, то нет! И синяки под глазами, на лицо, то есть на морде, все признаки переутомления. Срочно выспаться, ложитесь. Мы погрузим вас в лечебный сон. Собака! Ты что? Это же мы! Хотели мне помешать? Не выйдет! Ребята, я вспомнил! У меня как символа года есть прямая связь с офисом Деда Мороза! Зови на помощь, а мы их задержим! Собака! Взять их! Первый! Как слышно, прием! Первый на связи! Что случилось? Сос! Сос! Нужна помощь! Символы года в опасности! Новый год в опасности!
на подходе. Старый год от нас уходит, в дверь стучится Новый год. Пусть с метелью и порошею принесет он все хорошее. Есть радость, как и прежде, взрослым счастья и надежды. Благополучие, достаток и везение пускай придут сегодня вместе с ним, чтоб было самым лучшим настроением и каждый миг, чтоб был неповторим. Дорогие друзья, давайте все вместе позовем Деда Мороза. Дед Мороз! Дед Мороз! Дедушка Мороз! Ура! Дедушка, Дедушка Мороз! Дед Мороз! Дедушка! Ура! Как я рад встрече с вами! Сверкают звезды, снег кружится, покрыты реки коркой льда. Удар часов, и завершится год уходящий навсегда. Новому году вперед! Ни о чем не жалея, малыш, дерзай! Но сейчас при всем честном народе быть добрым обещанье дай. С детства каждый знает, Новый год чудеса и сказку предвещает. Но вырастает человек, и вот в это чудо верить прекращает. Знаете, лишь тому всегда везет, кто о волшебстве не забывает. Принесет удачу Новый год только тем, кто сказке доверяет. Ну, на нас-то ты можешь положиться. Тогда за дело! В добрый час! Пусть чудо главное случится! Добра вам! Снова!